русский замерзли, если так можно сказать, на слово «ад», на букву «айн», для того, чтобы... Ну, для того, чтобы было 11. Почему? Потому что в имени Всевышнего, которое здесь объединено в квадрате, в цветном квадрате, также 11 букв. Пожалуйста, можно посчитать. Ламит, Юд, Кей, Гуф, вместо Эй, чтобы не писать имя Всевышнего лишний раз. Значит, мы здесь видим 5 букв в первом слове. И что в втором слове мы с вами видим 6 букв, 11 букв. Значит, точки, и особенно то, что точка залезла на букву, на слово «ад», указывают нам на то, что их как бы параллельным переносом нужно перенести и поставить над словами «Богу Всесильному нашему». Почему они не стоят там? Да? Потому